Вероника, я все понимаю, грабитель грабителем, он тебя в предыдущей серии хотел там серебряные монеты у тебя украсть, магическую вот эту волшебную шляпу, но ты посмотри на него, да его еле как земля-то, планета носит. Ну преврати его обратно в человека, ну я уверен, что, ну согрешил он, ну наверное, семью ему надо было кормить, детей там на пропитание дать, ну в смысле детям пропитание дать. Ну не знаю. Вероника, вот я сейчас пойду, вот преврати его обратно в нормального человека, я пойду с ним разберусь. Как настоящий мужик на кулаках. Ну как бы, ну чё, ну не портить же ему всю жизнь. Ну преврати его обратно. Ладно, это первое и последнее предупреждение. Я сегодня добрая. Так, я отойду подальше, я отойду подальше. Давай, превращай! Ты там давай, кузнец, держись! Ну, в смысле не кузнец, а вот этот грабитель. С возвращением, собака, который хотела грабить Веронику. Вероника, я сейчас с ним разберусь. Пошли, пошли, на кулаках разберемся. Грабитель сраный. Как ты на девушку руку там мог поднять? Как ты? Тебе не стыдно? Я понимаю то, что вот это, да, деньги надо как-то зарабатывать. Кузнец, ты как там, с тобой все нормально? Иди сюда, чтобы она не увидела. Иди сюда. Снимай вот эту броньку. Все нормально? Жив, здоров? Психика не нарушена? Освежее вкусное молоко! Да, все же походу психика нарушена, да? Кузнец, ты бы домой к жене пошел, отдохнул, ты все же 15 серебряных монет заработал, иди поспи! Господи помилуй! Все, кузнец, у меня времени нет, иди отдыхай, ненормальный-то. Что обычный человек ты ненормальный, что корова ты ненормальный. Разницы на самом деле никакой. Вероника! Вероника, я ему там накостылял по самой не хочу, прям пару зубов ему выбил, вот там все нормально. Тут проблема есть еще у нас какая. Я хотел бы извиниться перед тобой от лица Шурика. Он немного странный в последнее время, и он не хотел тебя обидеть никак в предыдущей серии, он наоборот хотел тебя спасти. Шурик просто, как бы тебе это сказать-то, Шурик просто не хотел тебе свою тайну небольшую рассказывать, но мне кажется, то, что пришлось время это сделать мне прямо сейчас. Да? Какой секрет? Ну, Шурик просто... Я прям тебе намекну так прозрачно, чтобы ты поняла. Шурик просто очень сильно влюбился в одну девушку в городе, рыжую такую. Она хорошо магией владеет. Вот он ее увидел, прям моментально влюбился. У нее еще вроде голубые такие синие, вот такие синенькие глаза. Он в нее влюбился и просто вот память ему отшибла. Он просто забыл, кто он такой. Он мечтает о ней каждый день. Я слышу, как-то он там дома на первом этаже плачет и кричит там. Моя любимая, моя прекрасная. Вот это вот все. Поэтому он так себя странно ведет. Последнее время. Ну все понятно. Поэтому ты не смотри то, что он такой долбанутый. Он тихо, как Шурик как раз идет. Тихо, если что, мы вот... Привет, Шурик. Я Веронике все рассказал. Вот прям все. Вот твою тайну... Я ей все рассказал, она сейчас все знает, то, что ты давно ей не мог сказать. Все, Вероника в курсе. Да? Что? Ну, я ей рассказал все, что ты ей не мог рассказать про тебя, про то, что ты влюбился, и вот это все остальное. Поэтому, Шурик, ну, надо это было давно уже сделать. Да зачем? Да я тебя что, просил это делать? Ну, Шурик, ну ты не кричи, ну ты бы так еще решался, еще бы серии 30 бы, наверное, уже бы сезон закончился, ты бы еще не сказал то, что ты влюбился. А сейчас Вероника все знает. Да, Вероника? Шурик, успокойся, я все знаю. Ну, вот видишь, Шурик, она все знает. Все, я вас оставляю наедине. Опа. Я вмешать не буду. Все, сейчас давайте вы сами там разбирайтесь. Шурик, я тебя поздравляю. Желаю тебе удачи с твоей новой девушкой.
Я рада, что ты смог найти себе свою вторую половинку. Нет, в смысле, он не нашел себе вторую половинку, это у него нет новой девушки, я... Боже, я ж тебе просто в лицо прям напрямую-то намекнул. Нет, это не то, что ты неправильно все поняла. У него нет никакой другой девушки. Он не в другую девушку влюбился, он... Господи, Шурик, она просто неправильно все поняла. Я тебе зуб даю свой. Да пошел ты. Чё ж вы тупые-то такие? Я же прям прозрачным намёком сказал... Злой очкарик. Ну, как бы эти два слова прям напрямую описывают всю сущность Шурика. Я с этим согласен. Ну ты неправильно поняла всю... Вероника, ну я... Ты божечки-божечки-то... Шурик. Этот дебил что-то здесь забыл, кузнец, я тебе говорил, домой идти! Ты себе, я вижу, компанию, да, новую нашел? Иди домой, ты сейчас спалишься перед вот это то, что ты это... Знакомьтесь, это мои братья! Вероника, давай ты пойдешь домой, я сейчас с этим ненормальным разберусь, запишу его там на прием в психушку, в дурку и приду к тебе домой, хорошо? Давай, все, иди домой. Кузнец, иди сюда за мной. Ты чё бедных коров-то мучаешь? Иди сюда. Кузнец, ты по жене не соскучился за это время? Иди домой, ты чё с коровами тусуешься-то, я не могу понять, а? Творожок, сырок, молочная продукция! Дурдом! Просто я честно не понимаю, как вообще этого человека планета-то... Это еще что там за мясорубка происходит? Так, это арена какая-то, я даже не видел то, что здесь есть какой-то потайной проход, тоннель. Здравствуйте. Чё здесь за рубасосина-то в прямом эфире? А туда можно пройти или... Это четверо, каждый сам за себя или здесь как будто команды 2-2 сражаются? Вы охранник, вы можете правила объяснить? Так, стоять! Здесь проводится турнир команд. Вход запрещен. Так, подождите. Наблюдать можно с трибун сверху. Ага, так, все, спасибо. Сейчас тогда посмотрим, что там про... О, барон, здравствуй! А ты что, наблюдаешь за этим всем? Команды сражаются. Новенькие с победителями арены. Если новенькие смогут победить, то заберут новенькую палочку и магическую шляпу. Так вот оно чё. То есть, а победитель арены, как я понимаю, вот этот Хрюндель. Господи, в городе уже слайм и Хрюндель есть. И вот эта девушка, да, вроде рыженькая. А вот это новенькие. То есть, кто победит чемпионов, заберет вот эту шляпу и заберет вот эту палочку. Слушай, неплохо. А может, мне стоит попробовать? Может, я к себе в команду смогу кого-то взять и победить вот этих новеньких? Здравствуйте, а вы продавец палочек? Кристина, не дайте им победить! А, Кристина, значит? А кто Кристина? Хрюндель этот или вот эта чикса? Ну, скорее, логичнее то, что вот эта девушка. Давайте, затащите вот этого Хрюнделя, затащите Кристину! Минус один, вот этого уже победили. И минус... Да их невозможно-то выиграть, они тащат, они убивают их за пару секунд! Молодцы! Обосраться! Дали бы хотя бы какую-то фору бы новичкам, а то сразу же их так вздрючили. Слушай,
А может мне сейчас побежать за Шуриком? Шурик со мной будет в команде, и мы сразимся против вот этих двоих. Там магическая шляпа и новая палочка! И эта новая палочка вроде намного лучше, чем моя. А это, кстати, идея. Так, вы тут давайте не расходитесь, я сейчас приду со своим вот этим новым партнером. Ты тут отойди, вот этот охранник. Я сейчас приду и затащу всех здесь. Я вам, пацаны, соболезную, конечно. Ну, в следующий раз тогда вот это повезет. Все, я сейчас приду. Так, идем к Шурику. Шурик берет свою магическую палочку. Мы приходим. Если мы их сдрючим, я тогда забираю себе магическую шляпу, а Шурик тебе палочку забирает. Ща мы покажем, кто здесь чемпион не то что арены, а всего города. Шурик! Спускайся! У меня к тебе тут предложение есть новое! Мы сейчас пойдем и затащим жопа. Это мои вещи. Шурик! Собака сутулая! Это мои вещи! Моя кровать! Мое яйцо драконье! Мои книги! Шурик! Чё мои вещи на улице-то делают? Больше! Ты у меня не живешь! Иди живи у своей Вероники! То есть ты меня... На бабу променял! То есть, мы с ней друзья, Шурик, сраный, чё ж ты ревнивый-то такой? Ну вот, и он просто выгнал меня на обосраться 20 раз, прости меня, конечно, пожалуйста, офигеть. Шестая серия магии, я уже бомжар, просто на улице. Шурик, спасибо большое! Спасибо за то, что ревнуешь просто среди белого дня. Я тебе даже ничего плохого не сделал. Я тебе помочь хотел в предыдущей серии. В этой серии я рассказал все Веронике. Я что, виноват, что она тупая, ничего не понимает? Что она подумала, что у тебя какая-то другая девушка есть? Шурик! Где мне сейчас жить? 10 серебряных монет, 1 яблоко, 3 морковки... За эти деньги я себе даже вряд ли где-то квартиру смогу арендовать на месяц, чтобы там пожить. О! Здравствуйте, Вероника. У меня офигенные новости. Прям, как ты видишь, замурчательные. Я бомжар. О, привет! Что случилось? Да, мой лучший друг, вот этот, хрыщ очкастый, ревнивый. На улицу меня выгнал. Я все, я бомжар. Я прям сейчас на улице живу. Вот прям здесь. Вот прям здесь буду лежать. Опа, и вот так спать. Главное, конечно, чтобы с того леса посередине ночи никакие оборотни не пришли, не съели меня здесь. Но, мне кажется, я здесь прям хорошо так устроюсь, да? Шурик, Шурик. Ну, у меня есть к тебе одно предложение. Ну, давай свое предложение. Слушай, можешь мне в будке пожить? Вместо вот этой псины? Или в бойцовском клубе, кстати, тоже хорошая идея. Если ты хочешь, то можешь временно пожить у меня. Слушай, ну я не против. Если ты меня приглашаешь, то я очень даже рад с тобой вместе пожить. Ну а чё, я виноват, то, что Шурик меня... Ты прям вовремя, ну... Шурик, я у нее поживу в ближайшее время, пока ты меня обратно не примешь домой. Хорошо? Да пошел ты! Шурик! Он третий раз за серию обижается. Третий. Он какой-то сильно обидчивый. Да он не сильно обидчивый, Вероника, в том-то и прикол. Он сильно влюбленный. Но пока что та, в кого он влюблен, этого не знает. Хоть я и прям в лицо это говорил. Ладно. Пойдем тогда покажешь, где я буду жить, мою новую комнату, потом сразу же начну переносить все вещи. Шурик, Шурик, я-то тебя хотел просто позвать, чтобы на арену пойти, 2 на 2 поучаствовать в бою. А кстати, слушай, Вероника, у меня к тебе предложение есть. Ха-ха-ха, так ты вроде даже мощнее маг, чем Шурик. Там арена есть новая в городе. Там проходят бои 2 на 2. И там чемпионы арены, какая-то
тетка вот эта, Кристина вроде ее зовут, и Хрюндель. Они держат всю арену. Если их победить, можно забрать новую магическую палочку и новую магическую шляпу. Я хотел Шурика позвать, но Шурик меня в третий раз за серию послал в одно место. Кристина? Ну, вроде да, ее вот этот владелец магазина палочек назвал Кристина. Она вот такая рыжая, прям как ты. Она и до сюда добралась? А ты ее знаешь, что ли? Вы знакомы? Ну как знаю? Лучше бы не знала. А-а-а, ну тогда добро пожаловать в новый бойцовский клуб. Значит, я вещи чуть позже перенесу. Давай, пошли, давай. Слышал, Шурик? Я с Вероникой пойду на арену сражаться, а я хотел тебя позвать. Собака, ты обидливая такая. Алло, вот там и сиди дома, я пойду. Вот и сиди там сам в одиночестве. Все, пошли, он ненормальный, вообще с катушек просто съехал. Шурик, пропердурик. Главное надрать задницу Кристине. Я вижу, вы с ней давно знакомы, да? И вы с ней не в лучших отношениях, да? Ничего, сейчас надерем. У них там, конечно, заклинания какие-то прям жесткие, вот эти огненные. Но, как бы, Вероника, ты тоже не промах. Я видел, у тебя много всяких заклинаний. У меня, конечно, максимум вот это... Дебикулус, идиотикус, или как оно там называется, и вот это, феечки Винкс. Но справимся, Вероника, не с таким справлялись. Мы с тобой вообще снежного голема убили. Так... Тут команда моя, Чикса вот эта, Вероника, она знает Кристину, они с ней подружки вроде как, или наоборот враги, мы хотим против них прямо сейчас сразиться. Проходите. Пошли, Вероника. Так, ты давай в тот угол, иди вот в тот угол, я буду стоять здесь. Так, да, тотемы бессмертия надо взять, чтобы не сдохнуть случайно. И заклинание вот этого, да. Опа, там уже и зрители сверху вроде собираются. Ну, ждем, пока придут чемпионы арены. И потом заберем эту шляпочку и эту палочку. Внимание! Бой двух лучших команд в нашем городе! Вероника и ее парень! Стоп! Каким ты дебил? Я не ее парень, мы просто друзья. Чё ж то все в этом городе думают, что я ее парень? Я не ее парень. Против Шурика и Слайма. Какого Шурика и Слайма? Стоп! Нет, на такой я не подписывался! Мы против Кристины и против вот этого Хрюнделя! Мы против них, мы хотим забрать вот эту шляпу! Против какого Шурик, ты адекватный? Ты реально против нас хочешь сражаться? Мы вас сейчас сдрючим! Так, я хочу полностью отменить этот бой, я на это не подписывался! Мы хотели сражаться совершенно против других людей! Барон, отмена боя! На счет раз, два, три начинаем сражаться. Никаких сражений, Шурик, Слайм. Раз, я не хочу с вами сражаться. Я вам еще раз говорю. Два, да отмените вы этот бой уже наконец-то. Три, ёперный театр. Ну, ладно, если раз, два, три, то тогда раз, два, три. Вероника, бери на себя Шурика. А, нет, оставь мне Шурика. На, ха, сзади подошел. Сейчас всех сдрючу. Минус слайм просто. Давай! Гаси Шурика! На! Шурик, я тебя сейчас по лбу просто этой палочкой вот так настучу! Гаси его! И чё? И нужно вам это было, Шурик? Нужно тебе это было? Мы хотели сразиться с чемпионами арены, с вами-то зачем? Вас-то зачем нам побеждать? Мы шляпу хотели забрать! Да потому что ты собака, сутулая, предатель, сволочь! Оскорбления в ход пошли, да? Оскорбления. Увел у меня девушку. Ты знал все. Я никакую девушку у тебя... Я не уводил у тебя никакую девушку. Я что, виноват, то, что ты с ней даже заговорить не можешь? Шурик, я наоборот хотел тебе помочь в предыдущей серии. Увел! Предатель! Хватит этой драмы. Я никого никуда не уводил. Да реально, чё вы все кричите-то? Да успокой, это просто обычная магия, обычные сражения. Вот где слайм? Позови сюда слайма. Слайм все подтвердит то, что я никого не хотел уводить. Вероника, я вообще не знаю, про кого он говорит. Я палочку тебе случайно выбросил, отойди. Дайте палочку. Успокойтесь, все, кто здесь находится, я вас прошу, барон, иди сюда, и разъясни им.
Я тебе говорил к жене домой идти. Кузнец. Свежее мясо, говядина, молоко! Так, вы здесь оставайтесь, я пошел домой из этого дурдома. Забирайте свое тотем бессмертия, до свидания. Ни с кем из вас не хочу разговаривать. Ни с тобой, Вероника, ни с тобой, Шурик, ни с тобой, Слайм. Вот это, с кузнецом разговаривайте. Он здесь самый адекватный в этом городе. Вот с ними подружитесь, и я пошел отсюда. Приехал в город магии на свою голову. Бросил собственный лучший друг из-за какой-то тёлки. Фу! Фу!